Никита Рузавин уже в предвкушении. Он один из 10 победителей конкурса «Моя семья» в летописи Великой Отечественной войны. В качестве поощрения мальчик отправится в автопробег, посвященный юбилею Победы. Дедушка воевал. То есть он прошел всю войну, то есть до самого Берлина, то есть захват его. То есть у него много орденов, у меня все. Бабушка показывала, то есть я как-то этим интересовалась, когда было там лет 7-8. Это интересно все было, потому что потом задавался вопросом, почему война началась. Дорога предстоит не близкая, 870 километров. Остановки каждые 3 часа, а между ними разве что пейзаж за окнами. Основная нагрузка, конечно, на водителя. Задача для 15-летних подростков – беречь нервы себе и окружающим. Лично у меня такие требования, что в машине, во-первых, не кричать, желательно не кушать, потому что это все опять отвлекает. Вот, и постараться, грубо говоря, сидеть тихо, спокойно. Потому что когда вот начинается один там открыл чипсы, другой воду, кочку наехали, там на препятствие все это провелось, вот это тоже нервоз, это все нервы. Поэтому остановились в специальном месте, там перекусили, попили, поехали дальше. Совсем скоро ребята увидят родину-мать, прогуляются по Мамаеву-Кургану. А пока главное соблюдать правила безопасности в пути. С ребенком ничего не может, не должно быть. Вот. Поэтому у нас идет очень отбор, обучение сильный, пристальный такой. Мы отправляем куда можно на какие-то повышения квалификации, курсы. Вот. Но и автомобили. Если вы посмотрите... Вот то, что у нас сейчас вот стоят, это часть учебных. Ну, я не знаю, в каких автошколах вы еще увидите такие автомобили. Перед стартом своего путешествия ребята почтили память ветеранов и возложили цветы к триумфальной арке на аллее трудовой славы. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.